Приехали в кафе, сегодня денечек такой классный. Может быть, посидим где-нибудь вот здесь на улице. Он, правда, классный вечером. Ну чего, вкусно пахнет? Это вот такой вот ресторанчик. Ресторан-бар. Сейчас куда-нибудь сядем. Пойдем, пойдем, пойдем. Паша, возле дороги близко мне не надо. Давай подальше. Ну, там шумно будет. Там будет шумно. Да? Ну давай немножечко туда пойдем, он туда, подальше. Ты думаешь? Я думаю, что не пойдет. Небо чисто, мы его сюда привяжем. Только сильно коротко, Паш, не делай, чтобы он сидеть мог. А то ему тяжело будет. Вот, пускай наблюдает. Там кафе мороженое впереди, классное. Можно мороженое покушать. Но я не хочу мороженое. Так, что, сейчас что-нибудь перекусим здесь. Хороший ресторанчик такой. Классный, мне нравится. В центре города. Замечательный просто. Ой, ребеночек, пришел в ресторанчик. Скажи, я еще в ресторане не был. Скажи, я еще не был. Да? Скажи, я еще не был в ресторане. Мне интересно тебе, да? Там он машинки ездит, он смотрит, сидит. Ему интересно. Да, Барнюшка, интересно. Сынулька. Он даже не обращает внимания, он любопытный. Ой, как интересно. Скажи, в ресторан пришел, еще не был здесь. Сейчас папа тоже вкусняшечку даст. Да, Барни? Папа вкусняшечку даст? Барнюшка? Вкусно здесь готовят, очень вкусные блюда. Розмаринчик стоит, соусы разные. Тут речка рядышком, он там проходит. А мы здесь недалеко раньше жили. Вон туда, если вот в ту сторону идти, а там речка, ну она вот так проходит. Папа идет. Скажи, нам не хочется на полу сидеть, мы за стол залезли. Но она ничего не сказала, подошла, она так его еще погладила. Вот так вот, скажи, мне там холодно. Да, Барнюшка? Сейчас папа другой поводочек сделает, потому что тот лучше, этот немножко хуже. Тебе интересно, мой маленький, так интересно. Папа другой поводочек принес, сделал. Ой, как. Ему интересно все, он еще тут не был. Еще скажи, я здесь не был, первый раз. В общем, вот так. Мы с папой сидим, ждем. Сейчас нам кушать принесут. Барнюшки, правда, мы отдельно не заказывали. Тут сильно порции большие. Но мы ему дадим попробовать по кусочку с каждой тарелочки, да, сынулька? Ему так интересно, что он даже не обращает внимания. Папа тут это заполняет. Тут же нам надо все записывать, заполнять адреса. В общем, да? Так, смотрит внимательно. Я какое-то блюдо там заказала шампиньонами, не знаю, что там, что принесут. Ну, попробовать дадим, конечно. Пускай попробуют вкусняшечку. Какой вечер хороший же. Фонарики зажгли, классно так. Потом немножечко прогуляемся. Хорошее место. Вечер теплый, весь день шел дождь, а вечер прекрасный, теплый такой. Мы сидим вот в ресторанчике, в таком наслаждаемся. Мне мохито принесут, а папе пивко, да? А Барни чё? Барнику чё пить принесут? Барни, что тебе пить принесут? Что ты заказал? Ребенок все увлекся, ему там нравится, интересно, машинки ездит, рассматривает. Как машинка едет, велик, как там люди ходят, да, Барни, интересно, да? Скажи, где б я такое видел, да? Где б я такое видел, где б я мечтала о такой жизни? А, Барни, ты мой котик маленький, только за стол нельзя,
садись с папой рядом. Не, за стол нельзя, мой хороший. Это что такое еще? Барончик. Ты барончик, ну не совсем уже так за стол. Ты же собачка, Барни. Не забывай об этом. Тут нам несут. Also ich habe versucht, du was zu schreiben, ja? Ja, super. Also Name und ja, ich sehe nicht so. Also. Kein Problem. So. Okay, danke. So, dann habe ich einmal den Birkenwald-Burger. Mit Champignon und so weiter. Mit Champignons und für die Lady. Ja. Ah, ja. Genau. Ja. Genau. Und einmal der Heumilchburger. Mhm. Genau. So, bitteschön. Danke. Vielen Dank. Barnier, komm essen. Darf ich ihn streichen? Ja, probieren Sie. Ja, ja. Du willst hat ein bisschen Angst. Fahren, kein Problem. Guten Appetit. Also. Ja, vielen Dank. Ну вот, такой вот принесли бутерброд. Бутер, папе, картошечку. А можно я твою попробую? Что-то я не захотела, а теперь хочу. Вот такой напиток. Уже поздно. Мы просто решили вот так немножечко покушать, перекусить. Такая вкусняшка, но холодный, что-то я, мне кажется, я сейчас замерзну, ну-ка дай я попробую. Ммм, вкусно, да? Ну что такая? Я не, на вечер просто картошку не захотела. Барнюш, тебе что же надо? Давай, садись, попробуешь, пойдем, айда. Хочешь? Ну скорее иди сюда. Она горячая, иди сюда. Вот на столик, иди сюда. Чуть-чуть, она горяченькая, чуть-чуть ее. Пускай попробует ребенок. Я горячая, иди сюда. Горячая, пускай потом. Ну ладно, бутербродик дадим, тоже там мяско дадим. Можно было бы ему тоже заказать. Ну ладно, мы дадим попробовать. Он дома у нас наелся сегодня. Ему не надо, да? Барнюшка, ты дома наелся? Иди сюда. Залазь. Не барское дело на полу-то сидеть. Барни, ты же барончик. Айда, пойдем. Ну что ж ты такой? Стесняешься? Ты умный мальчик, воспитанный, правильно? Немножко нажала, и с него соус какой-то побежал. Ну, вкусненький бутербродик. Вкусный. Ну что, вкусно тебе было? Садись. Тут полы, в принципе, деревянные. Ага, Ханс им глюк. Глюк. Очень вкусно, мне нравится. Тут разные блюда. Бутербродики и все. И вот мохито вкусное. Муж пиво пьет. Барнюш, иди сюда. Котлеточку немножечко скажи. Мама, скажи, я же тоже хочу. Правильно, мы хорошие. Вкусненько, да? Ой, вкусненько. Вкусно? А, вкусно. Да. Папа пошел, он наш пляшет. Сейчас папа придет, сейчас. Барни, на котлетку. Барни. Барнюш, на котлетку. Скорее. На, мама котлеточку даст, мой маленький. Кушай. Вкусно было очень. Так, все, покушали мы, посидели. Немножечко сейчас прогуляемся. Да? Барнюшка, пойдем. Хорошо так. О, какое красивое дерево. На, Паш. С папой идем, да? Пойдем вдоль речки прогуляемся. Красота какая. Там тоже у нас ресторанчик, тоже хороший. Речка. Красиво, как. Обалдеть, красиво. Река такая. Вечером вообще красота. Днем как-то не так. Но тоже ничего, да? А вечером так вообще прекрасно. Пускай Барник выгуляется. Барник, говорю. Я на него уже как только не говорю. Барнюшка, Барник, Барин.
У меня сын Даниэль. Я на него тоже Данюша. По-всякому. О, красиво как. А мы вон там сидели в таком ресторанчике. Там вот. Так, а где мой муж? Куда он свернул? Я его потеряла. Куда он пошел? А вон он пошел. Я его потеряла. Так. Кальянчик здесь курят. Запах-то. Так, смотрите, какая красота у нас. Паш, ты так быстро не убегай, а то я за вами бегу. Я тебя потеряла, пошла ровно туда. Потом думаю, где вы есть? Потом смотрю, вы сюда свернули. Смотрите, как красиво. Вот такой у нас город Фруцхайм, красивый вечером. Очень красиво. Вода. Да, очень красиво, я снимаю. Не-не-не. И смотрите, здание как. Очень-очень. Красота. Очень красиво. Вечером классно прогуляться перед сном. Когда еще покушаешь, в ресторанчике посидишь. Вот Барнюшка у нас уже второй раз в ресторане. Побывал друг. Вот еще тут кафешка одна. Ой, здорово, здорово. Места, конечно, красивые, шикарные. Паш, пожалуйста, не беги. Я не могу за вами. Я иду потихонечку снимаю. А бежать я за вами не могу. Ой, шикарно. Природа, конечно, здесь. Ой, какая красота! Папа! С Барнюши на лавочке. Ай. Ну и он хочет бегать. Пускай гуляет. Пускай ребенок гуляет перед сном. Гуляй, мой маленький, гуляй. А мы будем природой наслаждаться. Вот здесь вот дерево большое, там дальше католическая церковь. О, рыбка булькнула прямо здесь. Рыбы прыгают. Муж говорит, смотри осторожно, а то телефон в воду улетит. Знаешь, как красиво, когда здания в воде отражаются. Прям картина-картина. Обалдеть красиво. Красота. Ну что, пойдем пройдемся дальше. Это у нас центр города. Там дальше театры. Мы здесь отсюда тоже недалеко живем. Там тоже кафе. Тут много у нас на каждом шагу. Можно где-то посидеть. Вот греческий ресторан наверху. Вот это театр. По-моему, драматический театр, да, вот это вот, Паш? А, Паш, посмотри. Паша, вот это драмтеатр, да? Не знаешь? Ну ладно, он сам не знает. По-моему, драматический. Или ему... А, штат-театр. Ну, понятно. Нет, есть драматический, есть музыкальный, понимаешь? Ну, понятно. Ясно. Так, вот, да, вот это вот напротив церковь, вот за деревьями, по-моему, да, вот это вот. Везде мостики. Это не Москва. Что? Это не Москва. Ну понятно дело.
Ох, катуны. О, красиво как. Какие-то эти, как их, развалины. Так, сколько время? 15:10 бьет. 15:10. Ну, сейчас еще немножечко погуляем и домой. Пускай ребенок выгуляется, выписится, выкакается. И домой поедем. Дай-ка я туда пройду. Ну, хорошо тебе? Да? Хорошо. Вот это что за каменные эти развалины или что? Вообще красиво. Вон там католическая церковь. Там, где светятся врата. Ну, я не католик, я православная. Муж у меня католик, а я православная. Ну-ка, прочитай, что это такое. Тюрьма, что ли, какая-то была, или что это? Что-то было. Что? Южный вал. А, Южный вал. Какой-то, да. Ну, понятно, в общем, это. То, что нам непонятно, мы не знаем, да. Это 1767. Это построено или... С какого года? 1600? Ну что, барни, все, наверное, домой пойдем. А? Ну красиво, да. Днем как-то не так. Вот вечером вообще красота. Вечером вообще красота. Бесподобно просто. И мне нравится, что в воде все отражается. Это вообще бесподобно. Красиво все смотрится. Люди гуляют. Фонарики везде светятся, все так в огнях. Ну что там, барни, кто там? Дядьки с ума сходят, играют. Собрались трое, три друга. Это тоже вот такой отель большой, очень дорогой отель. С гостиницей, там, в общем, комплекс целый. Там все-все есть. Когда кто-то приезжает, артисты, ну, в общем, они здесь останавливаются, здесь живут. Ну, русские артисты тоже. Я имею в виду все. О, какое дерево красивое. Ну, в общем, днем не так все равно. Оно красиво, но вечером вообще сказочно. Так, а вот это что за ребятки стоят такие? Ручки сложили. Так, ну-ка, что это такое? Вон они. Все одинаковые. Так, а тут речка у нас тоже. Там темно уже. Ну, красиво все равно. Очень красиво. Ой, мальчик поехал. Ой, как здорово, уточки плавают вон там. Да здесь лебеди тоже, но сейчас не видно. Вот там, где мы раньше жили, там столько лебедей много. Вот идешь, лебеди, лебеди, лебеди. Вот это ресторан, гостиница наверху. Вот видите, вот это католическая церковь. Какая она огромная, большая. Муж мой католик, я православная. А барнюшка кто будет? Наполовину того и тот вот идут люди, из церкви выходят. Кто ходит верующие? С
поближе подойдем. Много. Большая, огромная. Сделали круг и вернулись на то место, где мы были. К ресторанчику вот к этому. Все, поедем домой. Да? Ну все, мама здесь. Давай садимся в машину. Все, домой, домой.